Русские прилагательные и наречия. Страница 50. Наречия. Общие сведения. Наречие – это самостоятельная часть речи, которая указывает на признак действия или другого признака. То есть наречие соотносится с глаголом прилагательным или с другим наречием. Наречие отвечает на вопросы «где», «куда», «когда», «как», «в какой мере» и другие. В зависимости от своего значения наречие выполняет в предложении функцию обстоятельства места, времени, образа действия, либо меры и степени. Наречие обозначает признак действия, если относится к глаголу. I regularly check my email. Я регулярно проверяю свою электронную почту. The system works effectively. Система работает эффективно. Наречие обозначает признак другого признака или состояния, если сочетается с прилагательным причастием или с другим наречием. This suitcase is very heavy. Этот чемодан очень тяжелый. Do you know the man living upstairs? Ты знаешь мужчину, который живет наверху? They are laughing too loudly. Они смеются слишком громко. В отдельных случаях наречие может относиться к существительному и указывать на признак предмета. В этом случае наречие выступает в функции определения. The car in front of us braked sharply. Машина перед нами резко затормозила. Computers today are very powerful. Компьютеры сегодня очень мощные. Некоторые наречия могут относиться к числительным. I live about 2 kilometers away. Я живу приблизительно в 2 километрах отсюда. The party got roughly 50% of the vote. Партия получила примерно 50% голосов. Наречие может относиться не к одному слову, а к словосочетанию или к целому предложению. The driver was clearly in the wrong. Водитель был явно неправ. They lived happily ever after. Они жили счастливо с тех пор. Obviously, you don't know everything. Очевидно, что ты не все знаешь. Наречие может служить вопросительным словом. When are you leaving? Когда вы уезжаете? Where did you meet him? Где ты его встретил? Why are you so sad? Почему ты такой грустный? How can I help you? Чем я могу вам помочь? Классификация наречий. Английские наречия можно классифицировать по двум основаниям – по форме и по значению. Классификация наречий по форме. По форме наречия делятся на простые, производные и сложные. Простые наречия – это наречия без префиксов, приставок и суффиксов, не разложимые на составные части. Very – очень, soon – скоро. Fast – быстро. Here – здесь. Why – почему. Always – всегда. Производные наречия – это наречия, которые образуются путем присоединения к основе суффиксов. Большинство производных наречий образуются путем прибавления суффикса «ли» к прилагательным, реже к существительным, порядковым числительным и причастиям. Serious – seriously – серьезно. Name – namely – а именно. Second, secondly, во-вторых, delighted, delightedly, восхищенно, willing, willingly, охотно. Правила написания суффикса ли сложные или составные наречия. Это наречия, которые образуются путем словосложения, имеют в своем составе несколько основ. Anywhere, где-нибудь, forever, навсегда, halfway, на полпути.
пути. Meanwhile, тем временем, outside, снаружи, sometimes, иногда. В английском языке, так же как и в русском, функции наречий употребляются также многочисленные сочетания, выступающие в предложении функции обстоятельства. At first, сначала, as a result, в результате, by mistake, по ошибке, at least, по крайней мере, in vain, напрасно, on foot, пешком, on the whole, в целом. So far, до сих пор, in the distance, вдали, last night, вчера вечером. Классификация наречий по значению. По своему значению наречия бывают обстоятельственными и определительными. Обстоятельственные наречия чаще всего относятся к глаголу и характеризуют время и место совершения действия. В состав обстоятельственных наречий входят наречия места и наречия времени. Наречия места отвечают на вопросы «где», «куда», «откуда» и указывают на место совершения действия или его направление. Here – здесь, nowhere – нигде, far away – далеко, back – назад, inside – внутри, below – внизу, nearby – поблизости, at home – дома, to the left – налево, upstairs – вверх по лестнице. Наречия времени отвечают на вопрос «когда», «как долго» и указывают на время совершения действия. К наречиям времени относятся наречия определенного времени и наречия неопределенного времени. Наречия определенного времени «today» – «сегодня», «tomorrow» – «завтра», «yesterday» – «вчера», «at noon» – «в полдень», «on Tuesday» – «во вторник», «in the evening» – «вечером», «in winter» – «зимой», «since then» – «с тех пор», «for a year» – «в течение года». Наречия неопределенного времени «already» – «уже», «at last» – «наконец», «earlier» – «раньше», «just» – «только что», «lately» – «недавно», «before» – «раньше», «soon» – «скоро», «still» – «все еще», «yet» – «еще». К наречиям времени также относятся наречия, обозначающие частоту, периодичность совершения действия, отвечают на вопрос «как часто?». Эти наречия могут указывать на определенную и неопределенную частотность. Наречия определенной частотности daily – ежедневно, annually – ежегодно, twice a day – два раза в месяц, every month – каждый месяц, every other day – через день, on Wednesdays – по средам. Наречия неопределенной частотности always – всегда, often – часто, usually – обычно, sometimes – иногда, seldom – редко, never – никогда. Определительные наречия характеризуют действие или признак со стороны его качества, количества и способа совершения. Они могут сочетаться с глаголом, прилагательным или наречием. К определительным наречиям относятся наречия образа действия и наречия меры и степени. Наречия образа действия отвечают на вопросы «как», «каким образом» и указывают на способ совершения действия. Well – хорошо, fast – быстро, on foot – пешком, somehow – как-нибудь, easily – легко, suddenly – вдруг, quietly – спокойно, sadly – грустно, secretly – тайно, politely – вежливо, sincerely – искренне, attentively – внимательно. Наречия меры и степени отвечают на вопросы «в какой мере, насколько?» и определяют меру или степень проявления качества, интенсивность действия. Very – очень, too – слишком, so – так, настолько, greatly – значительно, extremely – крайне, rather – довольно, enough –
достаточно, hardly едва, almost почти, about приблизительно, much много очень, a lot много, a little немного, twice вдвое. К наречиям меры и степени относятся и так называемые эмфатические наречия, которые привлекают внимание к наиболее важной части предложения. Only – только, really – действительно, even – даже, just – именно, едва, quiet – вполне, почти, simply – просто, merely – только, просто, especially – особенно, mostly – главным образом, absolutely – абсолютно. Наречия, относящиеся к предложению в целом. В английском языке, как и в русском, некоторые наречия относятся не к одному слову, а ко всему предложению. Наречия данной группы не являются членами предложения, а представляют собой вводные слова. К числу таких наречий относятся наречия, которые комментируют высказывание, либо выражают отношение говорящего к высказываемой в предложении мысли. Предположение, сомнение, вероятность, уверенность и тому подобное. Luckily, к счастью, frankly, честно говоря, generally, вообще, surprisingly, удивительно, unbelievably, невероятно, perhaps, может быть, probably, вероятно, of course, конечно, certainly, безусловно, surely, несомненно, definitely, определенно, evidently, очевидно, obviously, очевидно, indeed, в самом деле. Связующие наречия, которые указывают на связь с другими высказываниями. Firstly, во-первых, for example, например, in short, вкратце, by the way, кстати, so, таким образом, besides, кроме того, therefore, поэтому, however, однако. Английские прилагательные и наречия.